Девчонки, всем привет! Как меня слышно, видно? Поставьте плюсики. Отлично. Будем начинать. Кто подтянется, тот подтянется. Сегодня у нас будет немного необычная презентация, немного необычный вебинар. Что-то мне сегодня захотелось порыться в отчетах, поэтому начинаем. Итак, короткий двухнедельный каталог 17. Как же мы поработали? Всего у нас в структуре консультантов 1035. Если кто-то помнит, в прошлом каталоге было 1000, по-моему, 52. Ушли удаленные, но знаете, что в этой ситуации меня радует? Что удаляется все меньше и меньше консультантов. Не знаю, с чем это связано. Или с тем, что больше активируется, или с тем, что увеличили сроки на удаление. Будем думать, что больше людей активируется. Всего активных у нас было в 17-м каталоге 284. Это, по-моему, где-то на 20 человек меньше, чем в прошлом каталоге. Активность группы тоже, ну, меньше, чем на процент, тоже снизилась. Новичков 38, активировались 7. Но здесь новички, что я могу сказать, те, которые оплатили заказ. Но есть некоторые еще, у которых были неоплаченные заказы. Поэтому, в принципе, можно считать, что все в норме, как с прошлым каталогом, так точно. Ну и наша новая рубрика, которую мы завели в прошлом каталоге, это первый заказ. Поздравляем новичков, которые активировали свои личные кабинеты, и некоторые из них уже даже почти на процентах. Это Чуйко Ирина, Голик Инна, Мельник Ирина, Михнюк Людмила, Кисель Светлана, Ляшенко Инна и Гарбуз Людмила. Они активировались, и, по-моему, один человек будет как пробный заказ, а остальные все вышли на подарок. Как помним, в прошлом каталоге дарили очень классную палету для скульптурирования лица. Ну и не могу не перечислить тех целеустремленных девчонок и мальчишек, потому что у нас есть один мужчина, есть, которые уверенно идут за пылесосом. То есть как вступили в акцию на пылесос, так и идут. Это Потапчук Галина, Павликовская Наталья, Климович, Инна Варчук, Людмила, Пономарева Оксана, Дубин Елена, Эйсмат Лилия, Харитонова Елена, Аниська Ирина, Лыко Любовь, Довольцова Нина, Комзев Виталий, Шнара Алена, Бурак Галина, Побот Светлана, Каркович Людмила, Побот Людмила, Титова Анна, Пунько Елена, Синьковец Ольга, Синькевич, ого, Оля, Панасюк Наталья, Ананина Екатерина и Бринчук Инна. Могу только одно сказать, что три человечка с акции на пылесос слетела за прошлый каталог, но, как говорится, ставить крест не нужно, потому что они могут восстановиться, так как у нас каталог, можно сказать, уже новогодний, нужно дарить подарки. Наша задача их уведомить, что если в этом каталоге они лично делают и оплачивают 200 баллов, они восстанавливают свой стаж в участии на пылесос. Поэтому у кого в структуре слетели девчонки, обязательно уведомим. И, конечно, хочу напомнить, что ровно половина пылесоса у нас уже есть. Акция на пылесос до третьего каталога 2020 года. Так что осталось еще 4 каталога. И не забываем, что за все это время у нас держится VIP-стаж. И, кстати, в прошлом каталоге очень много у нас было распределения новичков по новым VIP-консультантам. Некоторые девчонки прям мне писали в личку: поздравьте меня, у меня новый
консультант. Да, это очень приятно, когда компания дарит тебе за то, что ты постоянный покупатель, нового человека в структуру. А уже как мы с ним поработаем, зависит от нас. Поэтому половина пылесоса стабильно уже наша. Ну и напоминаю, что 100 баллов – это скидка, во-первых, уже 26% на все, кроме одежды и обуви. Один продукт – 70% скидка, если VIP-стаж побольше, уже два продукта. Если выполняешь лично 150 баллов, еще дополнительная скидка 10%. Скидка на пробники и каталоги. Если тоже VIP-стаж, возможно заказывать новинки за 2 недели до начала продаж. Ну, про контакты новых покупателей мы только что сказали. Если вы новичок, это и набор с 90% скидкой. И, конечно, в следующем каталоге 100 баллов, за которые возьмем подарки. И участие в розыгрышах от проекта. Это, если 105 баллов, 3 номера участвует. В нашем проекте мы помним, что от 15 баллов тоже проводится розыгрыши. Это 6, можно сказать, номерков. А если 105 баллов, то и 7. Ну и если вы в веточке у вас есть люди, получаете объемную скидку. И хочется тоже пофамильно назвать всех тех, кто, и очень многие, кстати, уже на постоянной основе, имеют скидку 26% на всю продукцию компании. Это Рассолько Елена, Ярмак Татьяна, Ханенко Татьяна, Панюська Таиса, Артемова Ольга, Бобр Юлия, Маяцкая Елена, Русанова Наталья, Ульская Екатерина, Сербун Светлана, Мискель Лилия, Кананчук Людмила, Лойка Снежана, Белеич Татьяна, Мартынюк Наталья, Тропашка Нина и Куш Елизавета. Вот эти девчонки делают по 50 баллов. Ну, максимум, в чем они не участвуют по сравнению со 100 баллами, это у них нет продукта с 70% скидкой, скидки на пробники и каталоги, ну и меньше номерков запишется. Но во всех остальных акциях участвуем. И также не назвала скидка. Да, и деньги можно уже зарабатывать точно. И скидка на белье Флоранж 30%. Это тоже идет, если делаешь свыше 50 баллов. Не могла не назвать тех, кому немного не хватило до 50 баллов. Это Свеченкова Марина, Соколовская Ирина, Карась Наталья, Бенько Валентина и Равченя Людмила. Конечно, мы никого заставлять не можем, но вот, например, 45-52, это можно сказать 4,5 балла. По сумме это можно заказать, допустим, те же, например, живицу, и эти баллы ты уже взял. Поэтому в следующий раз лучше подсчитывать. Если вот так немножко не хватает, лучше подсчитывать. Почему? Потому что если не будет хватать где-то, там, допустим, 2-3 балла, это получается, или делать нужно нам минимальный заказ, который будет больше, или же делать отдельно заказ, но будет по цене каталога. Поэтому, мне кажется, лучше сразу просчитать и добавить, чем потом вот эти всякие нюансики учитывать. Не могу не выделить по всей нашей структуре королеву продаж. Это Харитонова Светлана. Личный объем у нее 151 балл. В прошлом каталоге было тоже, может, где-то 5 не хватило. И это все она сделала буквально одним заказом. Так что, Светлана, поздравляем. Ну и все лидеры продаж, которые по сравнению с другими можно выделить. Как я уже называла, Харитонова Светлана. Лыбко Любовь чуть-чуть отстала, Побо Светлана, Дубень Елена, Карпович. По-моему, не Светлана, что-то я не так написала. И Шнар Алена.
забыла, как Карпович зовут, но, наверное, я ошиблась. Света, помогай. И в сегодняшней презентации у меня начинается, точнее, у нас всех, новая рубрика, которую мы будем всегда транслировать, кто на каком проценте, кто на каком звании, но этим не пользуется, то есть не делает 50 баллов. Вы их видите на слайде, все вот эти девчонки из-за того, что нету личных 50 баллов, не забирают свою скидочку. Но знаете, если еще 3%, тогда куда ни шло. Но посмотрите, у нас очень много девчонок на 6%, которые не пользуются возможностями иметь дополнительную скидку. А еще посмотрите, сколько на 9%. Уже много у нас есть девчонок на 9%, а скидку не забирают. Я посчитала, 46 человек, можно сказать, у нас 46 новых званий, но не воспользовались своими возможностями. Поэтому в следующий раз обязательно смотрите, если буквально чуть-чуть не хватает до 50, обязательно добираем. Подводим итоги наших розыгрышей. Вы все знаете, что лично от меня была запущена акция на подарок серии Bloom на выбор. Акция была при заказе на 35 баллов и подводилась каждое воскресенье. Итак, позапрошлое, у нас выиграла Побот Людмила. Правда, на подарок еще не забрала. И вчера по итогу у нас выиграла Белевич Татьяна, она тоже выбрала вот такой вот наборчик 35+. Девчонки, еще раз поздравляем, участвуйте и выигрывайте. И подводим сейчас сразу итоги розыгрыша на вот такую классную поясную сумку Беверли. И в этот раз побеждает у нас структура Ольги Синкевич, Скорина Мария. Я думаю, она очень скоро получит вот такой вот шикарный подарочек. Напоминаю, что нужно делать заказы всего лишь от 15 баллов, поэтому обязательно, если у вас там 14.25, 13.85, добирайте вот этот балл, полбалла, чтобы участвовать хотя бы в одном розыгрыше. Он у нас проходит на постоянной основе, только меняются подарочки. Ну и, конечно, акция кратная, то есть чем больше у вас заказ по баллам, тем больше у вас получается выигрышных билетиков. Но, кстати, вот Скорина Мария, у нее был один номер, так что ей на самом деле повезло. Да-да. В этом каталоге, так как у нас в преддверии Нового года, можно сказать, оставляем вот такой вот шикарный подарок. Набор для лица, который очень многим полюбился нашим девчонкам, который является лидером продаж, иногда бывает его нет на складе. Условия те же. Покупай не менее чем на 15 баллов. Нигде регистрироваться не нужно. Этот учет ведем мы лично сами. И главное – оплатить до конца каталога. Ну и без веры в удачу никуда. Если вы сильно хотите такой вот наборчик для лица, значит, он будет у вас точно. И в этом каталоге у нас будет два розыгрыша. Один розыгрыш наш структурный на набор для лица и розыгрыш от проекта «Партнер». Условия те же, не менее чем на 35 баллов, 3 места, заполнить анкету и обязательно оставить отзыв о том, что участвуешь в розыгрыше в своей соцсети. И, как вы видите, очень выгодно делать 50 баллов, потому что автоматически участвуешь и там, и там. На наш розыгрыш структурный 3 номера присваивается, на проектный 1 номер. Но
у нас, например, Белевич Татьяна, я уже, сказать честно, сбилась даже с подсчета, какой раз она уже выигрывает. Третий или четвертый точно. Конечно, для нее сегодня тоже был сюрприз, но кому-то также везет, а она всего лишь уже на протяжении где-то года покупает всего лишь на 50 баллов каждый каталог. Ну и очень хорошая акция сегодня была объявлена от Faberlic. Это для нас всех был сюрприз. Опять дарят деньги за новичков. И дарят, заметьте, хорошую сумму. Раньше было где-то 3 рубля, а потом 8, а сейчас, заметьте, 15. Значит, ну, конечно, нужно быть активным самому в этом каталоге. Заказ не менее чем на 49 рублей. Дальше пригласить от 2 до 4 новичков, то есть независимость, это 2 у вас, 3 или 4. Ну, конечно, не просто пригласить, а чтобы они оформили на 49 рублей по каталогу, то есть забрали подарок за первый заказ, набор для лица, у нас 4 масочки и крем-блер, и получите скидку 15 рублей. Здесь уже ничего не кратное, то есть один раз 15 рублей. Конечно, скидка получается по итогу каталога. То есть зарегистрировали в каталоге 18, помогли им оформить заказ, в первом каталоге получите на скидку 15 рублей. А если вы пригласите от 5 новичков и более, ну и, конечно, они все сделают заказы, вы получите 30 рублей. Заметьте, как это...